О чем ты думаешь? Я в этом деле благодаря отцу. Он был героем. Он отдал свою жизнь ради познания. Центр, вы видите это? Это какой-то кошмар. Повсюду пожар, самолеты разбиваются. Это назвали перегрузкой. Майор, есть информация, составляющая государственную тайну. Что вы знаете о проекте Лима? Его целью были поиски развитых форм внеземной жизни. Корабль исчез примерно через 16 лет после старта. А кто был командиром? Мой отец, сэр. Это, возможно, будет шоком для тебя. Твой отец экспериментировал со сверхсекретным материалом, опасным для всей нашей Солнечной системы. Все формы жизни могут быть уничтожены. Ты должен выяснить, что там происходит. Я волнуюсь за тебя. Я люблю тебя. Начинаем психологическую оценку. Опишите свое ментальное и эмоциональное состояние в данный момент. Чувствую себя хорошо. Я в оптимальном состоянии для этой миссии. Я обязуюсь выполнить задание в рамках закона. В случае необходимости я уничтожу этот проект. Земля возлагала надежды на него. А теперь ее судьба в моих руках. У нас с тобой есть дело. Ты готов? Готов.